В манеже Дворца спорта открылась выставка продажи меха и кожи «Экспофурс». На ней представлено около 5000 моделей шуб и кожаных изделий от 30 производителей. Как выбрать подходящий вариант, расскажет наш корреспондент. Горячее летнее предложение согреет саратовских модниц уже этой зимой. В Саратове открылась выставка продажи изделий из меха и кожи «Экспофурс». На ней представлены 5000 моделей от 30 производителей из России и зарубежья. На значительную часть коллекции установлена специальная скидка. Только 5 дней мы предлагаем мега-акцию. Представлены отдельные стенды по фиксированным ценам. 500 штук норковых шуб от 40 до 70 тысяч рублей. 500 штук кожаных изделий от 3 до 9 тысяч рублей. Мутон для вас от 6 тысяч рублей. На остальные модели также действует скидка 60%. Приобрести изделия из норки и мутона, дубленки и кожаные изделия можно не только в кредит, но и в беспроцентную рассрочку до 10 месяцев. Галина свою долгожданную шубу нашла именно здесь. Я норковый смотрела шубу, хотела норковый купить, но остановились на мутоновой, подобрали. Мутоновую больше предпочтение отдаю. Норковая, она все-таки легкая такая шуба. Выбрать свой вариант на выставке может каждый. Производители представили здесь разнообразие не только моделей, но и размеров. При покупке шубы можно сразу подобрать подходящую меховую шапку. Выставка продажи меха и кожи «Экспофурс» будет работать в саратовском манеже Дворца спорта до 27 июля включительно. Эллада Абжалимова, Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.